Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Важен голос каждого. В преддверии выборов президента в Казахстане стартовала республиканская акция, которую поддержали свыше 60 предприятий страны, в том числе и нашего региона. Она призывает прийти на избирательные участки 26 апреля и отдать голос за своего кандидата, рассказывает Ирина Панфилова. К республиканской акции «Важен голос каждого» подключились и североказахстанские предприятия. Первыми о гражданской позиции заявили в товариществе с ограниченной ответственностью «Молочный союз». С этого дня продукция завода выпускается вот с такой маркировкой. Специальная эмблема призывает североказахстанцев прийти в день выборов президента на избирательные участки. Покупатели, приобретая продукцию «Молочного союза», обязательно обратят на нее внимание. Маркировочка меня удивила. Мы всей семьей придем и обязательно проголосуем. Нас беспокоит наше будущее, что наша страна также бы процветала и что было все хорошо. Интерес республиканской акции вызывает и у других покупателей. Большинство североказахстанцев 26 апреля собираются прийти на избирательные участки. На выборы придем. Голосовать будем. От нашего голоса зависит развитие нашей страны. Это важно. 26 апреля я пойду всей семьей на выборы, так как мне не безразлично будущее нашей страны. В Казахстане акция «Важен голос каждого» стартовала 27 марта. Инициативу бизнесменов и Национальной палаты предпринимателей поддержали уже свыше 60 предприятий нашей республики. Не раздумывая, откликнулись на участие в кампании в ТО «Молочный союз». То, что важно для страны, важно и для торгово-промышленного сектора. Мы надеемся, что ни один казахстанец нашей страны, нашей развитой страны, не останется в стороне и сделает свой осознанный выбор. Это очень важно для страны, для развития, для того, чтобы мы, производители, могли дальше выпускать только натуральную, самую лучшую продукцию. Свою продукцию ТО «Молочный союз» реализует в 8 регионах Казахстана. Выпускают более 40 наименований товаров. В двух цехах предприятия трудятся 200 человек. Наше предприятие на данной производственной площадке функционирует с 1928 года. Конечно, сейчас на рынке большая очень конкуренция различных молочных предприятий, в том числе от предприятий Российской Федерации. Поэтому мы постоянно работаем над расширением ассортимента, внедряем новые виды продукции, новые виды упаковки, с тем, чтобы удовлетворить потребности всех слоев населения, наших покупателей. Сырье для переработки заводчане закупают у местных сельхозтоваропроизводителей. Пункты по приему молока открыты в трех районах. В планах предприятия организовать еще две точки закупа. Последовать примеру коллектива ТО «Молочный союз» и принять участие в акции «Важен голос каждого» намерены еще несколько предприятий Северного Казахстана. На сегодняшний день данную акцию поддержали 6 предприятий-производителей нашей области. Это и ТО «Молсервис», и ГК «Аркалык», ТО «Визави» и другие. Надеемся, что в ближайшие дни количество предприятий увеличится, которые участвуют в данной акции. Пользуясь случаем, призываем население нашей области и города принять активное участие в выборах. Завершится акция в день выборов президента Республики Казахстан 26 апреля. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК.